Город Назарово уже длительное время без депутата. Депутат Скурихин сложил свои полномочия, депутат ЛДПР. Кресло пустует. Все-таки депутат появится в Назарово? Да, обязательно. Обязательно появится. Депутат Скурихин избирался в законодательное собрание Красноярского края по одномандатному округу. Достаточно хорошо провел свою кампанию. Я думаю, что мы посмотрим, кто там будет дальше по списку зайдет. Но в обязательном порядке кандидаты будут представлены. У нас по краю более уже 500 депутатов различных уровней, начиная от поселковых советов, районных. Где-то у нас поселковые советы полностью мы контролируем. И выборы показывают, что в принципе в течение всего процесса, каждое воскресенье проходит у нас до выбора или выборы, у нас побеждает наш кандидат. Поэтому дальше процесс будет продолжаться избирательно, поэтому и в Назарово появится тоже кандидат, который будет отстаивать те интересы, которые будут на повестке у большинства граждан Назарова.